Суманчик там всех. Это что за Байер на друиде или кто это? Сова. Ну и чё какой-то. Опять сова. Лёх, ты тут? Да, здесь. А у нас сегодня выходной, ты же вчера сказал, нет? Мы что-то это и не торопимся. Мы в ЗС-ку идём. Куда? Око. В ЗС-ку? В ЗС-ку, да, потом Око ХМ. В ЗС-ку нужны? Ну, не критично. Уже рейд и так фул. Да ладно, я могу уступить. Библ, наверное, очень хочет. Искрометный. Смотрите сами, как бы можем. А нет, тут фулл рейд может, типа чилить. Ладно, почилим. На око-то придешь? Мы ниже каналом, если что, это в любое время зайдем. Всем привет. Привет. Мы, это кто там, с кем он там? Мозер. А, все понятно. Ревнуешь, Неликс? Два ханта, страсти. Ну так весна же, ну. Страсти за афилея, все дела, два ханта. Сказал паладин, ясно. Все совы пусть одинаковые. А ты че, слышишь, гонишь ты, уходи в свой канал. Подслушивает еще. Сомните всех. Талисман убийц кого-то стоит. Эх, не даете вы. Не даете вы мне работать, блядь. Что ты там в поте лица трудишься? Да, я пытаюсь, блядь, ебучий радар сделать на Burning Crusade инсты. А он, сука, отказывается работать. Ну, просто тупо не вызывается. Ты тайминги узнал? Там, между сферами, например, призыв. Да есть эти тайминги. Сколько между сферами времени? Блять, у тебя, у тебя же ДБМ есть. Ты же видел. Ты не обращал внимания. А сколько, не помнишь? Нет, надо залезать в файл, смотреть. А до берсы там сколько, 10? Там нет берсы. Там берса по-другому случаю наступает. Так и набойся, что ли? У него как чем меньше хп, тем больнее. Да, типа за каждый отнятый процент плюс 1% к физурону. Ну там физуха не столь важна. Физурону по всему рейду? Нет, баф на танке. Это как на ларе стаки скапливают на атаку. И там не шотнет, даже если 10% будет. Рыблю. Бабчики. Я тоже ну, рыбу люблю. Как Лена говорит, типа рыбля. А между перезарядками сколько времени? Кроме лапки и МП5 ничего нет. Смотри, минута. Вот ты пляшешь босса, минуту до перезарядки, потом примерно минута сама перезарядка, ну где-то плюс-минус минута каждая вот эта вот фазка. И каждый раз меняется, да? Алай, на боссе, я на трэш, поехал. Каски нет. Смотри, с первой удочки. Приста бафа нет. Что у нас с пристами постоянно? Сейчас вам сова поймают. Дайте каску по шаману, пожалуйста. Я сейчас раздам. Приста баф. Приста баф, каски, дайте что-нибудь. Вот серьезно, у нас присты какие-то вечно это. Учитесь. Чего-то жду. Каску, каску, по локам. Шаман. Ой.
А, я была не в Дискорде. Я в ДД. Да. Ну ладно. Спекаешь ее в ДД, она все равно не хочет. Пуф. Сейчас спекну с удовольствием. Достаем балой. Трэш на путь. Пойдите с под Ктива, стоят под Ктивом. Сантей сейчас тебя больно. Рока не гриппает, да? Ты 5 на лока продаемся, товарищ, или нет? У меня правил, при этом вроде был кто-то. Никого. Мак. Ну, какие куски? Сейчас посмотрю в сети, не в сети. Смотри уже, блять, рейд идет. Мы только сейчас, блядь. А, мой КТ словил. Дело у тебя есть? Я думал, у тебя есть. Ну вот и все. Я могу поискать по фасту, если надо. Давайте вспомним. Меня челик пишет. Перчи штаны. Ну давай на голову поищем тогда. Двадцать пять человек. Чего издеваетесь? Не добить, блять. Ты. Ебать, вы стронг, блять. А вот сразу заберете стоит? Не могу пока что. Я даю таунт его обратно. Как вот жить с вами, а? Даешь таунт, его обратно забирают. Даже до меня не доходит.
Один хороший танк писал, если ДД хочет очень сильно сорвать мобайл, умереть, позволь ему сделать это. Это про товар был, да? Нет. Про того. Лёха, смотри, на анхолика чест какой. Подожди. Так, вот я Лока закинул, руки. Руки, цепона же ему на башку поищить. О, это же я ему продавал голову, помните? Он мне только что написал. Ну да, я просто его не стал ничего ему обещать. Ну, раскидала. Так. Лид. Мейнспек. Кому не надо, будет неплохая шея. Офспек. Так, дальше. Перчи. Мейнспек. Запах. Начислишь совет. Угу. Рудак майнспек. Офспек. У нас кто-то рефрагнулся, что ли? На одного меньше стал. Да я смотрю, что-то вроде с утра было 115. Там Фарада кикнул. Ну, да я кикнул. Я кикнутых не вижу как раз таки. Фарада двоих кикнул. Ну там треш сзади согрел. Это я. Сорян. Рейндж. Дебаф. Сейчас я только мопчика заберу, если бы они под это подходили, было замечательно. О, грибы. Пожалуйста, с моса заберите. Забрал я. Сразу не заберется. Моса дай БР и не хиль меня. Иди подальше, чтобы бой там не входили. Тофти сбивайте. Долорес. Правильно, правильно. Слово не дамаж. По боссу ты там, говорит, где девки нет. Красиво подъебал. Пидораса. Это что там у девки? У девки там спот. Даже 4 ямов нет. 3-8. Апсов будет, тогда и поговорим. Апсов выговорит. Как можно апнуть то, чего нет? Ну тебе же апнули. Мне, меня не апнули, меня поменяли. Это другой момент.
То есть как бы по факту ничего особо не поменялось. Типа, тебя еще сделали сначала переапнутым, а потом нерфили. Так, типа, стоп. Ну да. Так, скинь таланты, так. А, давай. Это под это око. Ты про ДД или про хила? Ну да. Ну да, это про хила или ДД? Вага, дай каску. Не ДД. Да дай каску. Ой, ступил, нет, каски нету. Я буду лапу всем точить на баха, кроме тебя. А у меня и так висит мне хорошо. Ну ничего, вот умрёшь, ну, поговорим. Ну, в принципе, я думаю, знаешь, блин, это самый балансный билд на все инстанции. Куплю 8% каску. Да я не могу тебе каску дать, блять, мы народу кулак бафку. У нас холлипал дают каску. Дай на 10. На 20. Уже давно каска висит. Что мы спаришь людям? Ты что ли разбафнул? Азарь же бафу каски. Ну как смотри, ту каску дал. Я просто вижу то, что Азарь нет. А не тут если висит каска после того, как ты попросил, ты мозг паришься. Я думаю, что я не вижу, типа, есть каска. У меня все бафы, ну, объединены. Ты просто, типа, молча кинул. Не сказал. Блять. Вообще, хули вы на собой наехали, блять? Каждому бы донать долларов. Ну, вам же Леном вчера игру сделаю. О, вылез. Аймер, дай Геру. Я однажды тоже так Геру проанонсил дать. Мне чуть ГП не дали. Там ситуации разные были, дал. ГП Гевке. Это с радостью. Ну ты знаешь, я с удовольствием этой сове сейчас пару косариков накину. Пока до босса еще откатится. Ну я тоже так подумал. Блядь, не бегать, чего вы бегаете? Вот тут болезни не было, кто-то прибежал, принял. Блядь, сова была. Стопудово. Да вон сова сзади меня стоит. Как Никс. Алекс, аккуратнее с такими высказываниями. Это мало ли кто чё под... Напомните условия для входа в ЗС Кока. Там убитая ЦЛК 25 ОП, да, и чё, третья ката? И третья ката, да. Угу. На Леотероса кто слот уступит? Этот, поищите, есть, короче, КДшка с Личом в обычке. Поищите клиентов на Лича в обычку. Я могу уступить. Входим, да, сейчас разберусь. Дойдем к боссу, замены сделаем. Блин, мы опять без демона идем. Ты же сам-то не спекнешь, стал же, наконец. Он всегда в роли, ты знаешь, что делать. Пора работать. Он вафлик. Пожизненный. Блять, это диспел. Тема. Маш диспел за юзу сожжу. Thank you.
Конечно, так забавно видеть, когда мне пишут сообщение насчет Т5. 10к больше нету. Ну жаль, что ты уже, ну жаль. Пока трэш больше нет. Человек пишет, заебался ждать, говорит, готов и 100 дать. Вот и все. Мне сегодня челлинг говорит, у меня сейчас на руках 12 тысяч. Подождешь, как, пока я 300к удеб? Видел, Лёха вчера про товар в центре разлил лужу на Личе? Да. Так вот он в Т5, блядь. Этот, я понимаю, Овербаш, кстати, сегодня на тебя жаловался. Овербаш? Он сказал, твоя ги будет ро, что-то такое там. Ну челик с чумой, ну, просто подбежал по в танку, блядь. Да, забей вообще, какой-то ненормальный чел. А кто это такой вообще? Да я в душе. Жаловался, в смысле, он. Ну тебе писал лично, что ли? Да. А чё говорил? Типа воет пидорас, да? Да-да-да. Че все говорят, короче. Вот товары не там есть. Ну он мне так пишет, типа. В принципе ничего не поменялось от того, что говорят обычно. Твоя ги будет ро, говорит, ты хоть пишешь, что ему чел скинулся. Красава. Я спросил, почему ты Войду сам это не напишешь. Сказал, мне ЧС добавил. Сложно. Я не знаю, я ему нормально сказал, он не понял. Дал мут сначала. Это вы вчера когда ходили, да? Ну, объясним нормально, тут люди 5 часов сидят, типа, не мешают. Ну-ка, Полина, давай, выпадет сегодня секстант или... Не, не выпадет. Жесть, сожгите меня! Выпадет. Ведьма. Давай, секстант. Не заберу. На холе пала возьму. Не заберешь. Так, в смысле, подожди, сова, ты что, себе секстант хочешь за... Нет, он просто... Это повод просто сжечь меня, понимаешь? Да, Гена, признайся. Если честно, скажите Полине, что на меня это замечено. Ой, не надо говорить, я все слышу. Гена, ложи маски обратно. Зачем мне твои подачки тут? Гена, ну-ка, скажи мне, ты что, секстант собрался брать? Живи с этой мыслью, то, что ты это, у совы взяла. Это зря ты это делаешь. Нет, я не хочу с этой мыслью. У совы в должниках, это знаешь, это хуже... Хуже всего, что только можно. Это хуже, чем душу дьяволу продать. Не-не-не-не. Говорю, Хоника, зря ты это делаешь. Нахуя ты вот это делаешь? Ну, по-моему, каждый раз так делаешь. Каждый КД реально. Сейчас половина рейда ляжет, и будет заебись. Не, там просто... Он же так всегда вроде делает. Тотемы, блять, в текстурах после этих мобов ебучих. Ах, блин. Их так залить может тут. Если так и делаешь, то тотемы сбивай. Блин, стою мобатана или его вид прокидает. Я знаю, что надо сделать. Так, кому не надо, босс? Идёшь в чат.
Ой, шаманы налетели. А Вага стоит тут у босса. Ему хорошо. Разведку провожу, ты чё пристал? Ну, прикол придумал. Шамагол. Шаман. Один кастер. РДД. Женуэн вон прессовал. Женуэн. Блин, я поплюсанул, может, но... Нормально тебе? Рыбу стал. Кто бы Гарри Поттера смотрел, тот поймет. А что ты сказал? Проклятие какие-то изрыгает опять. Ну, угарный момент, когда он в лесу-то в этом убивал его. Именно озвучка. Кстати, это я только сейчас обратил внимание, что у нас оказывается 290 релики в магазине. 190 бонус. Народу не хватает. Да, на больше ДК. 300 можно? Пудовый на ДК, адмирал, блядь, хватит слаг. Блядь, дайте мне доделать, сука, я просто тебя попросил. Придет, у тебя будет время делать. Все, окей. Где Серега, сука? У меня телефон. Поехали. Сорби на вихре. Коника опять отъедет. Смерть утопающих, дело рук самих утопающих. Ну ты ехал, блядь, где абсорб? Адмирал также на Аларе абсорбит, походу. Гроф рвал, а не, блядь, его бы не спасло. Хомяк, блин. Хомяк. А, адмирал, ну да. Я говорю, стопудово так же на ларе. Да блин, хомяк! Адмирал, блядь, диспор. А, таунт, что-нибудь. Спасибо, я. Спасибо. При ветерка успел кинуть, пока он до меня бежал. Ну вот, Коника не умер, а вылетел. Thank you.
Пьяный демон. Да без разницы вообще. Спасти кого? Да мне тоже не надо. Цунами. Асгард, говорят, сейчас босс, сейчас робота убьют. Мэнс... Кто? Асгарды. Мэнспек. Со стримом. А чё с тобой, конь, вылетишь? Есть, как-то не бьёт. Есть там 7к, я понял, людей. О, Рокебой, да. Перелогай. 20% босса оставили. У кого солярки? У робота. Мэнспек. Че, у робота? Доброе утро. Мой народ на кота зайдет? Ну, это не судьба. Серьезно, один? Надеш. Что там, видос есть? Ну, пишут со стримом. Значит, есть. А где босса держат на первой фазе? Адмирал. Чего? Где они босса держат? Я не знаю, я не смотрел. А, ты не смотрел? Ладно. Мне только написали. Я думаю, там где сфера вылетает. Да ладно, разберемся. Да 20.5% блять, это дает фир солнечник. Не больше 170 тысяч. Вот эта пушка как работает. Теперь по агро стреляем. Типа когда он на заряд. Тоже это, вот это хороший вопрос. Посмотрим. Потому что процентаж не бешеный какой-то. Может, стрим Асгардов есть, посмотреть. О, мои первые 4 шишки. У тебя уже есть. Антеч, ты в этом дестрике был? Да, он в дестрике сейчас все время. Отойдите, уже буду.
Давай только без перекуров. 12 минут со прописи. Лёш, тебе тут отойти надо. Я на замену тогда. Минут 15, да? Я могу и не пить сопротив. Ну, как сказать? Дубовая кожа. Хилы, вы слышали, но... да? Девку не пили. У тебя сколько? 2 минуты длится, что ли? Девку не пили. Потом уже отлично прошипает, на самом деле, на первом. Потом уже пофиг, да. Да, хоть тебя да я соло захилю, чё? Это коронная фраза у меня. Гена, будешь пытаться меня опять чумой убить? Или уже даже... Стойте здесь, трэш приведу. Лёш, я сейчас буду в хиле или в танке, ну, круто. Либо в дрелепе. Поживем, увидим. Мы будете ждать. А где Дарт, кстати? Что-то он вроде бы за ТП должен был. Сплюнь! А чё, лагать, тебе тоже надо? Мне ничего не надо, у меня бай. Ой, а мне этих байеров не знаешь, куда распихнуть. Ладно, на самом деле это просто парень из вайпов, с которым мы вот вместе были в гильдии, да. Только из-за этого решил помочь. Я первый раз, когда тут был, спулил босса, думал, это трэш, короче. Типичный, достойно. Про типичный протовар. Ну что, сектант упадет? Да упадет. Упадет, упадет он. Два упадет. Нет, один прошел. Четыре. Да, и об мне. Еще легендарный щит на протовара. Не-не-не, сейчас упадет просто ящик, и, конечно, находится в магазине. Аккуратно, второе близко. А, ну все же. За грибочками. Шо с модом? Нормально. Друида, штаны кому-нибудь нужны? Да. Юрий спрашивает. Да. Про друида так и нас забудь. Чё? Ты же тоже забудь. Да я про товаром не даю. В смысле? Про товар очень круто, он просто сам берет. Я вот ему говорил просто, что в ближайшие пару месяцев у нас точно вряд ли это будет, но все равно каждую неделю спрашивает. Я чувствую, ближайшие пару лет, блядь. Нет, а вдруг действительно. Заразно. Сова, что ли? Короновики. Он девка стоит, надо пробраться к нему. Вот видишь, я отошел. Блин, смотри, идеальная страта. Ставишь около себя тотем очищения, стоишь, хилишь себя и бьешь. Это как тактика на робота сейчас отрабатывается. Вот знак вот в рейде сейчас. А где сова-то?
Она из формы вышла и хилится, потому что я его убиваю. Он ко мне так же как-то с грибом подошли вдвоем. Гриб умер, у него мана кончилась. На меня стоит один тотем дисплей. А я себе просто хилю. Дай ген. Че, Гена, захилились? Зато лага упал. Слабый круг. Ничего, я еще научу рейд убивать сов. Все еще будет. Я пыталась. Тут МК случайно нигде нету? Может, добавили? Приноси, конь, приноси. Иди вон, косточку броси. А, на меня бежит. Вообще я тут один, как бы. По всему трэшу у меня держит, делится урон. Нормально, Лёх, ты сильный, ты можешь. Я не та ветка сейчас, чтобы паки трэшиться. Лёх, это проверочка, вдруг там будет еще на келе куча трэша появляться. Девочка, как ты это называешь? Импровизация, вот. Я ветку сейчас под ОКХМ, под трэш. За медлом они далеко не убегут. Их это говно заметает на 75%. Там еще трэш сбоку стоит, слышите? Недолго ему еще там стоять. Котик уже собирает. Шамен в под тут ты, блять. Шаман в пятой пати, Байер, да? Да, и он, по-моему, ДД, нет? Да, он ДД.